Справиться с тромбозом и варикозом, изменив свой рацион питания, быстро достаточно сложно, но если соблюдать диету, можно нормализовать состояние организма, привести в порядок давление и структуру крови, а также растворить атеросклеротические бляшки, которые трансформируются в будущем в тромбы. Основными целями в реварикозной диете является уменьшение веса, так как лишние килограммы создают нагрузку на сосуды и сердце, повышают риск застойных явлений. Также надо укреплять стенки сосудов. Они не смогут сами держать тонус и противиться давлению кровотока, из-за чего русло вен расширяется и формируются варикозные узлы. Такая диета поможет в профилактике отеков ног, чтобы трофика тканей не ухудшилась и варикоз не прогрессировал. И еще одна цель диеты – это нормализация стула. Если у вас будут запоры, то напряжение вызовет расширение вен, за счет чего ухудшится течение варикоза ног. Ученые тщательно изучили влияние продуктов питания на сосуды и пришли к выводу, что некоторые витамины, микроэлементы и вещества быстро растворяют тромбы и помогают лечить варикоз. Очень важен витамин С. Он очень важен для выработки коллагена, который поддерживает стенки сосудов, а также для разжижения крови. Много витамина С в шиповнике, цитрусовых, черной смородине, яблоках и петрушке. Очень важны пищевые волокна. Они улучшают давление, уменьшают риск тромбоза и помогают восстанавливать поврежденные стенки вен. Обязательно нужно употреблять достаточное количество кумарина. Он разжижает кровь, предотвращает тромбоз. Много кумарина есть в цедре лимонов, красном перце, петрушке, красном вине, клубнике и крыжовнике. Полезной будет медь. Она улучшает плотность сосудов и снижает риск их растяжения. Медью очень богаты печень, морская рыба, семена и орехи. Кушайте эти продукты, и варикоз вам не грозит.